Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. В красочном мире Стамбула проекты известных имен всегда ждали с большим любопытством. Однако на этот раз самой большой темой для разговоров в городе стала подпись Керема Берсина на неожиданном проекте. Керем долгое время отсутствовал на экранах, но теперь он был полон волнения по поводу возвращения. Анонсированный проект произвел большой резонанс в мире турецкого телевидения «Платоническая любовь». Сериал «Платоническая любовь», продюсерами которого выступили Гюпсе Азай и Сиэль, был представлен как романтическая комедия. В то время как Гюпсе Азай примет участие в проекте в качестве сценариста и продюсера сериала, Сиэль внесет свой вклад в проект, написав музыку и саундтрек к сериалу. Эта комбинация вызвала большой ажиотаж среди фанатов. Керем Берсин был выбран на главную роль в сериале. Пока Керем рассказывал на пресс-конференции о деталях проекта и своей роли, на его лице было видно его волнение. На встрече пояснили, что сюжет сериала заключается в том, что молодой человек играет персонажа, который борется с платонической любовью и пытается с ней справиться. История его персонажа сочетала в себе тоску и романтику, но при этом поддерживалась элементами комедии. В ходе встречи Керем заявил журналистам следующее. «Платоническая любовь – совершенно особенный проект. Мой персонаж сыграет молодого человека, который пытается справиться с платонической любовью и отправляется в глубокое эмоциональное путешествие. Сценарий, написанный Гюпсе Азай, полон как эмоциональных, так и забавных моментов и предлагает поистине впечатляющее зрелище. История. Это для меня большое волнение и честь принять участие в проекте». Гюпсе Азай, как сценарист сериала, рассказала о творческом процессе проекта и глубине персонажей. Азай заявил, что они стремятся предложить зрителям опыт, который заставит зрителей смеяться и думать в каждом эпизоде сериала. В своем заявлении о музыке сериала Сиэль рассказала, что подготовила специальные пьесы, которые поддерживают атмосферу сериала и отражают эмоциональное состояние персонажей. Когда вышел трейлер сериала, было видно, что характер Керема впечатляюще отразил его платоническую любовь к молодой женщине и его усилия по борьбе с этой любовью. В трейлере выделялись как смешные, так и эмоциональные моменты. Кроме того, музыка, созданная Сиэль, прекрасно дополнила атмосферу и эмоциональную глубину сериала. «Платоническая любовь» во время трансляции получила большое внимание зрителей. Игра Керема Берсина, творческий сценарий Гюпсе Азай и впечатляющая музыка Сиэль сделали сериал большим хитом. Каждую неделю зрители прикованы к экрану и отправляются в эмоциональное путешествие по захватывающей истории сериала. Успешный запуск сериала стал результатом успешного сотрудничества Керема, Гюпсе и Сиэль. Под огнями Стамбула путешествие платонической любви запомнилось не только сериалом, но и специальным проектом, в котором смешаны эмоции и творчество. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.